На конкурс дети читают стихи. Рассказывает Евсеева Ксения, 6 лет, город Зеленодольск. Стихотворение Сергея Михалкова «Нет войны». Спать легли однажды дети, окна все затемнены, а проснулись на рассвете в окна свет. И нет войны, можно больше не прощаться и наоборот не провожать. Будут с волками прощаться, мы героев будем ждать. Зарастут вот транштеи на местах былых боев. С каждым годом на ноще станут сотни городов. И в хорошие минуты вспомнишь ты, и вспомню я, как о вражьих прочих шлюдах очищали мы края. Вспомним все, как мы дружили, как пожар мы тушили, как у нашего кольца молоком пахнем поили, посидевшего от пыли утомленного кольца. И забудем тем героям, что лежат в земле сырой. Жизнь отдав на поле боя за народ, за нас с тобой. Слава нашим генералам, слава нашим адмиралам и солдатам рядовым, пешим, плавающим, конным, закаленным, утомленным. От души спасибо им. Слава павшим и живым. От души спасибо им.